Привет! Смотрите, я ходила в магазин, который называется «Мир кубиков». Вот. И там я купила, ну, смотрите, такие вот пакетики. И тут Disney 100 лет. И вот тут мини-фигурки такие. Вот, вот. Такие мини-фигурки. Два таких вот пакетика с мини-фигурками. Мы сейчас узнаем, какие персонажи в этих пакетиках. Но сначала я вам продолжу показывать, что у меня есть еще. Еще набор Harry Potter. Тут фигурка Дамблдора. Тут я вижу лягушка коричневая, как раз шоколадная, которую Рона убежала в первой серии. Если помните или смотрели, вот. Тут небольшой такой замок и ну и волшебная карта. Там может быть кто-то нарисован, какой-то персонаж, возможно. Из Гарри Поттера. И та-да-дам! Еще Гарри Поттер. Тут золотой снитч. А тут какой-то еще герой. Ловец это. Вот. И золотой снитч. Честно, ловца я не знаю, как с ним. Давайте начнем открывать. Смотрите, тут мини-фигурки быстрее, поэтому я решаю, что мини-фигурки. Подождите. Минуточку. И там давайте откроем вот это сначала. Давайте высыпать. Кто это у нас? Такой сладенький выглядит. Кать. Еще глаза. Что это? Давайте откроем книжечку эту. Интересует я, что это за книжка? Просто интересненько так. Вот тут написано, как собирать двух человечков нарисовано. Еще и Микки Мауса. И чародея из сказки. Или мультика. Ну, из принцессы и лягушки, короче. Вот тут вот такие вот фигурки бывают. Вот. По-моему, у нас вот это. Давайте проверим. Собираем ее. Так. Давайте попробуем собрать. С этой стороной вперед, возможно. И так. О, лицо двойное. Раз личико. Два личика. Я пока ей подставлю вот так. Она просто радостная такая. Бай. И вот так. Так, подождите минуточку еще. Компас у нее есть вот такой вот. Подождите. О. Давайте один какой-нибудь лист, а лучше два листика. Вот поставим вниз, а один ну, в руку на ее руку. Ну,
сейчас. О, получилось. А на ней тоже еще один комп. Вот я так. Просто еще запасной, поэтому я хотела сюда прикрепить, но это будет выглядеть как-то не очень. Поэтому я вот прикреплю его сюда на листе. Типа один еще компас кто-то потерял. Я ставлю на листе, и упал. Это Покахонтас! Смотрите, вот тут написано Disney 100. Давайте уже еще один откроем. Следующий. Так. Угу. Режем по линии. Ого. Интересно. Ну, угу, подставочка. А тут вот опять вот такая же, как и вот эта вот. Вот так вот она сложная выглядит. Книжечка. Вот это. Так, давайте смотреть по этой книжке. Кто это у нас? Угу. Вот этот мальчик какой-то. Давайте его собирать будем. Вот такие маленькие ножки у него. Лицо тоже двойное. Вот такое есть. А есть вот такой вот. Давайте вот это ставим. Что ли? А, давайте еще капюшончик ему наденем. Стойте. Смотрите, давайте поставим. А, вот, лицо есть еще одно. Вот такое вот. Есть. А есть вот такой вот. Давайте лучше скелета оставим. Так прикольнее будет. Ну и капюшон. Его. Ну, можно его делать вот таким или вот таким. Поэтому вот тут вот так вот поставлю, чтобы было понятно, что лицо. Вот этому настоящему. Вот тут две головы. Вот такая вот. Это тоже двойная. И это двойная. А, и вот гитара есть. Вот такая вот. Поверьте, вот тут вот. Вот такие вот штучки, которые на ощупь по-настоящему торчат. И чувствуешь, что это гитара. Это все сделано такое объемное. Так. Подождите, я пойму, как это делается. Вот смотрите, как это крепится. Это вот тут вот так вот сзади делается. И вот тут вот вот так вот прикрепляется. Вот. И вот так вот получается. И еще тут собачка. Я помню, ее как-то звали. Смотрите. Вот этого мальчика зовут Мигель. А вот эту собаку зовут Данте. А Коко – это его бабушка. Эти персонажи из мультика Коко. Очень хороший мультик. Советую посмотреть. Покахонтас тоже советую посмотреть. Вот смотрите, как они на подставке. Я могу... Ну, смотрите. Хочу вам показать. Может быть, вы захотите это сделать. Только... Смотрите. Вот так он
Ну, по-настоящему. Собака, кстати, крепится на подставку. Двумя ногами. Вот, смотрите. Ну, мне, конечно, больше нравится с вот этой головы, на котором капюшон. Видно ее? Вот. Даже вот тут вот нарисован, что вот эта голова на нем.